Цель сделать неприятно Путину. Вот конкретно Путину. А так устроено сознание у западных лидеров. Цель конкретно сделать неприятно Путину. Путем там, отъема, попытки отъема чемпионата мира по футболу. Вот Путин расстроится, нам хорошо, потому что мы оказываем на Путина давление. Вот так думают конкретно один человек, Барак Обама. Вот. Детское довольно такое представление о мире, но мне кажется, что вот он именно им руководствуется. Я вообще не очень понимаю, как это может быть коррупция в общественной организации. Общественные организации, они устроены так, как они сами считают нужным их устраивать. Берут они деньги за назначение страны, которая будет чемпионат, значит, принимать чемпионат мира. Не берут они деньги, это их личное дело. Спорт у нас как-то существует отдельно от государства, насколько я знаю. И поэтому само слово «коррупция», мне кажется, здесь неприменимо. Да, вот бывает довольно много всяких премий или каталогов там известных людей, где люди платят просто деньги, их туда вносят. Идите туда, боритесь с коррупцией, почему нет?